друзья. Всем такой вам малиновый привет. Второй урожай уже пошел. Малинки немножко, но уже радуемся. На следующий год, наверное, будет уже получше. Малинка. Ягода малинка. Какая прелесть. Вкусненькая. Тут еще зелененько. Надо поливать, наверное, мне. Поливать, бедненькая она. Красота. Надо полить. Но все равно привет хороший. Сладенький. Работал у нас вчера мастер. У нас снова здесь нестыковки. С одной стороны я расстроилась, а с другой стороны обрадовалась. Сейчас вам немножко, друзья, расскажу. Он должен был сегодня продолжить работу, но мы подумали, послушали, что он наговорил. Я сказала, нет, отбой. Я отказываюсь. Материал ничего страшного, куда-нибудь пригодится. Лучше в меньшем потерять, чем еще доплатить ему. И потом быть недовольным результатом. Мы сказали, нет, не надо, не надо. Вот так выглядит с этой стороны. Вот они будут выглядывать, эти двери. Это он еще свои вещи не забрал. Он тут вот переодевается. Хотел работать, но мы отказались. Так, все. Вот так вот все это выглядит. Две такие дверки. Лыжи. И вот так они закрываются. Все. Ой, тут еще и щелка. А, нет, просто я не закрыла до конца. Вот так выглядит. Этим я довольна. Очень хорошо, очень замечательно, прекрасно. Правда, делал он вчера это целый день. Вот, много отдыхал, курил. Приехал в 10 утра, уехал по 8 вечера. Даже еще и не уехал. Он выехал и не смог уехать. Они снова с Володей машину затолкали назад. И сегодня утром и вчера он приехал и уехал на такси. Приехал он, чтобы вот это сегодня закончить работу. Потом он как нам все это разъяснил, мерил, перемерил. И у нас снова такая же ерунда получается, как и с аркой. И в общем-то мы отказались. Чтобы все это сделать, он уже взял лом, хотя он этого не хотел, он предупредил. Вот это полностью ломать. Это полностью все ломать, вот это вот все выдирать, полностью все выдирать и вот это все выдирать снизу. И только тогда он будет это делать, и то не будет чики-пики, потому что здесь что-то будет выступать, здесь что-то не по размеру, что-то тут не подходит, потому что неправильно, ну не до миллиметра, значит, вставлена эта дверь и окно. Мы сказали нет, мы лучше сами что-нибудь придумаем тогда. Или пластик, или Володя говорит, еще остался тонкий, мягкий настенная пробка. И, в общем, говорит, мы сами что-нибудь придумаем. Вот так, друзья. В общем-то, он очень даже обрадовался, потому что говорит, ой-ой-ой, не знаю, с чего и как, чего начинать. Но все, дали отбой. Все, так что он сейчас собирает все свои инструменты. И чао-чао, какао. За то, что он установил нам дверь в ванной, мы уплатили ему 10 тысяч. А арка так и стоит. Он, Вовочка, завтракает. Все. Наш мастер Анатолий умничка довез нас до бау-центра. И мы тут теперь снова ходим, гуляем с Володей, выбираем, думаем. Что-то, может быть, изменим. Будем смотреть по ценам. И вообще, вот этот половик, кстати, мне очень понравился. Мы уже думали покупать, когда заходим в террасу, чтобы у двери был уже половик, чтобы можно было разуться хорошо и потом уже пройти дальше. Вот такая цена. Китай. Ну что ты здесь сделал? О, Россия. Уже радует. Еще и дешевле. Так. А размер тот же самый. Конечно, мы возьмем в Россию. Поддержим Россию, поддержим нашего производителя. Так, если возьмем, то возьмем в Россию. Друзья, и снова мы попали. Вот, линолеум. Все-таки думаю, наверное, линолеумом покрыть.
или какой-то есть, нам подсказали, промышленный ковролин. Вот сейчас будем выбирать. А тот зелененький, что мы купили, мы его положим под бассейн. Пока так задумка. Что будет в конце, не знаю. Увидите. Нам подсказали, внизу написано 4 метра ширина. Вот можно выбирать. Вот самый дешевый 559, дальше подороже, в принципе, темные хорошие цвета. А здесь сколько ширина? Спроси за ковролин, потому что... Нет, я пока... Вот этот самый дешевый. 4-метровая ширина, да? Угу. А они когда отрезаются, они потом... эту сторону можно оверлочить, да? Да. Угу, угу. Так. Это 5-метровый, ну, дешевый. Так, но выдержит ли он? Вот тут парень говорит, если у вас закрыто, если у вас не промокает, вы можете вот такой положить ковролин. Так, ну что будем думать? Вот такой. Так, ну вот эти два. Ой, кстати, а мне вот этот уже понравился. Прямо он так хорошо, как под этот, под ламинат. Смотрится так интересно. 409, да? Толщина 2,5. И вот это вот, ну это такой стандартненький. И вот этот хороший, кстати. Вот это хороший. Тоже оригинально смотрится. Ой, это вообще прям под дерево. Ой, это вообще прям под дерево, шикарно. Так, если что, то, наверное, вот на этом остановимся пока. Это ты, Миша? Да. Посмотри, он как красиво под дерево. Так, вот решила еще посмотреть заодно ковры. Если мы берем линолеум, то перед диваном надо, чтобы был коверчик. Вот 2х3 как раз самый такой хороший. 8000. 11000. Тоже 2х3. Ух, какой. Да, пожалуйста. Так. Вот и темный. Но нам не подходит светлый. Нам надо потемнее и подешевле. 5000. Нам еще когда диван привезут, еще раз померяем. Хотелось бы, конечно, сейчас, потому что доставка, но с другой стороны, такое можно купить в любом магазине. Поэтому 1,6. Вот недорогой. 1,5 на 2,3. В принципе, тоже неплохо. 1,5 на 2,3. Ну, есть дешевенькие. Хорошее дело. Все. Возьмем на заметку себе. Сначала положим. Вот 1,6, бежевый, коричневый декор. Кстати, хороший такой. Прелесть, он такой мягкий. Так, видим, тут Володя нашел недорогой. Кстати, хороший такой половичок. И размеры, в принципе, хорошие. 2,3 как раз длина дивана. И на ножке получается целых 1,5 метра. Он будет пасать к этому линолеуму, да? Ну, вроде бы, да, немножко так подходит к линолеуму. Так, посмотрим, что еще. Вот, думаю, нашу арку, наши обои остались. Их можно обклеить этим обоем, этот проем. И вот так пустить. У арки внутри они сгинаются. Вот они сгинаются прекрасно. Специально такие мягкие молдинги. И сбоку будет неплохо смотреться. И вот надо выбрать или вот этот. Тут более подходит к нашим обоям. Ну, боковушка немножко. Хотя нет, тоже оригинально смотрится. Так, думаем. Выбор здесь, друзья, большой. Вот эти тоже мягкие молдинги. И под золото, и под серебро. Такие вот широкие. Даже вот черные есть. Оригинально. И вот такие. Золото, золото.
широкие, как эти сады разные. Вот еще есть мягкие, но они уже больно тоненькие, вот они все. Ну что это? Нет, это не очень-то. Все, кажется, мы остановились. Вот тут еще, вы посмотрите, все вот такие навесы. Неплохо вот так вот на террасу заходить. И тут козырек был над дверью. Вот самый дешевый, самый маленький. Вы посмотрите. 1.20 на 90. 1.20 на 90. А вы что это? Так, заметку берем. На всякий. Вот нам мебель пришла наконец-то. А то говорили, скоро-скоро, в итоге ждали. Это 2.5 месяца. Ну вот, потихоньку все пришло. Ребята сегодня попались какие-то несговорчивые. Даже с машины практически не помогали выгружать. Только чуть-чуть подтягивали. Увидели, что сосед подошел, и не стали даже выгружать. И все занесли в вагончик. Правда, все хорошо, все замечательно. Привезли вовремя, потому что снова жара сейчас. Вот. И только занес Володя вот сюда диван. Стоит он у нас, они вместе с соседом, с Виктором занесли. Его уже начал кресло делать мне. Как ты говоришь, они часы? Это маятник? Да. Как ты назвал? Тут не надо месяц ложить в сарае. Привет всем. Да, привет всем. Ну все, креслочка, качалочка, ля-ля-ля-ля-ля. Там так, вот что... диван угол освобождать, туда поставим. Хорошо. Вот это от дивана. А это все понравился квас. Уже второй заход. Уже второй заход. А яблоки я хочу сегодня, друзья, вот я их снова с мешка положила сюда, потому что жара пекла. Хорошо, их сегодня хочу просушить. И мне в комментариях одна женщина написала, очень хорошо хранить в 3-литровых баллонах, банках, закрытые, вот, короче, вот в таких вот банках, баллонах, закрытые, пластиковой крышкой, капроновой обычной. Ну вот буду делать. Сегодня их хорошо еще просушу на солнышке и попробую в банке. Говорят, ничего не заводится и хорошо хранятся. У нас опять заказ. Вот он тут, друзья. Так что сейчас будем следить. О, какая аккуратненькая машинка. Здорово. Ребята быстренько выгрузили. Володя поехал на велосипеде, он им там сейчас откроет шлагбаум. Машина есть. Вот. Это вот. Это вот тоже под бассейн. Мы купили коверчик возле дивана стелить на террасу. И вот всякие разные уголки. А, и вот еще коврик коричневый. Тоже для террасы. Терраску, чтобы нам было. Сколько? 800 рублей. Те были такие дорогие, а это дешевый. Наш российский. Взяли наш. И, как всегда, 4 подушки. Надо будет мне их потом обшить, и будет на диванчик хорошо. Вот видите, друзья, блестит. Это я вчера так работала. Сначала покрыла одним слоем грунтовки. Потом через время я покрыла жидкое стекло, разведенная с водой. И потом через время я снова покрыла. А нет, вру. Сегодня утром уже я покрыла снова грунтовкой. Вот так вот получилось. Все уже высохло. Ну вот теперь решила положить пробный. Размотала его от пленки. Вот так смотрится. В принципе, мне нравится хорошо. Единственное, что он у нас будет лежать, вот как длина террасы, получается, он так и будет длина, потому что вот 4 метра, и, естественно, он ляжет в длину. И будет вот так вот смотреться красиво. Мне очень нравится. Такое теплое, прямо дерево. И он такой толстенький, 3 миллиметра. Хорошо смотрится. Вот, ну а потом Володя будет отрезать излишки. Потому что он 4 метра, а вот и Вовочка. Привет. Да, очень Голопупик. Хорошо. Так, как это, зачем? А что на него смотреть? Все уже просохло, уже можно отрезать вот там с краешку. Как это? Вот же 4 метра.
А нам надо 3,80. Вот мы будем отрезать вот грамулечку. Все полотно разрежем, потом его спокойно развернем. Еще утро, не так жарко. Вот, Володя тут немножко поработал. Я траву подергала. Ух, как быстренько он уже освободил. Я траву все сухую, а он вот выравнивает эту ямку. Ну, это уже все на вечер, когда уже будет прохладно. 8:00. Все, на сегодня отбой. По бассейну. Посмотрим, что будет на террасе. Травка уже немножко оклемалась, пошла. Я ее иногда так поливала. В общем, жизнь продолжается, друзья. Вот здесь все утро сегодня, друзья. Вырезал, подгонял. Ой, потом заворачиваем, потом его разворачиваем. Тут опять потихоньку немножко развернем. Ну, в общем, танцплощадка. Квас стоит, на солнце греется. Все, вот осталось завтра, наверное, с утра. Вот эту сторону также все сделаю грунтовкой, потом жидким стеклом, потом снова грунтовкой. И уже будет хорошо. Сегодня вот это вот сюда переставим. Володя уже тут все раскатал, сделал. Уже диван тут понасобирал. Ковер там в угол положил. Ну все, лепота. Прямо шикарно. Зона отдыха. Два стула сюда поставить. Еще кресло потом сюда вынесем. И можно уже вечерами тут сидеть, журнальный столик. И вот такая красота. Но душно, душно, друзья. Только вечером здесь будет красота. Вот такая вот. Все, Вовочка там он стоит. Жара, пекло в этих в шортиках бегает. Вот вторую половину уже покрыли грунтовкой. Покрыли жидким стеклом. Потом снова грунтовкой. Практически уже высохло. Вот, но еще подождем. Вон, Багира тут развалилась. Тут все еще у нас продолжение следует. Ну, а здесь вот, друзья, я уже показывала, да? Уже получше, уже хорошо. Так веселее. Половички уже тут положили, постелили. И вот этот, который был, решили постелить здесь. Тоже очень удобно. Он не боится воды. Порезали его. Красота. Вот так вот, друзья. Ну, потом будет продолжение, конечно. По поводу линолеума. Но на пока все, друзья. Всем здоровья, всех благ.